Сегодня в Тобольске состоялась церемония передачи орденов мужества семьям погибших участников специальной военной операции. Посмертно награждены лейтенант Ильнур Бурганов, сержант Динар Давлетов, ефрейтор Владимир Булашов. Трудно переоценить ту боль, которая выпала для родных и близких. Утрата самого дорогого человека – это самая тяжелая боль. Но знайте, мы все гордимся их подвигом. Удостоенные ордена мужества участники СВО погибли при выполнении боевых задач.